бывают деньки, вот такой, как сейчас, ветрено, все тут потаяло, скользко, гололед. Идешь и просто наблюдаешь за матушкой природой. И особых мыслей в голове нет. Да и зачем они нужны? Не всегда нужны мысли. Хорошо. И пустую голову иногда поиметь и просто наблюдаться, созерцание. Как природа не иствует. О, видите? И в такие вот деньки становится ясным и понятным, кто действительно занимается, регулярно взял себя свою лень, свои может, отрицательные эмоции в кулак держит под контролями, выходит. А кто так? Надо создать тепличные условия. Вот тогда, мол, я выйду. Повалил снег, началась пурга. Шумит ветер. Одинокий бродяга, как я. А? Давайте, добавьтесь между собой. А приемы, видал какие-то? Приемы у них. Укусить за ножку. А, сдаюсь. Все, сдаюсь. Папка показал сынку, кто в доме хозяин. Показал, да? А, так. Сдаюсь. Ах ты, коварный. Да. Вот так, завыла. Ага. Вот это что-то тут непонятное такое. Что-то это непонятное. Да. Животные. Что с них взять? Снегом заметает. Была оттепель. Все подтаяло, сделала вот такие вот колтухи на дорогах, колеи, и теперь это все добавок замерзнет и будет, как говорят, жесть.